написать такое десятизначное число. Заметьте, на этот раз не таблицу, а десятизначное число. Чтобы самая левая его цифра, то есть старший разряд, показывала бы, сколько в этом числе цифр равных нулю. Следующий разряд показывал бы, сколько единиц. Следующий, сколько двоек и так далее. И самый правый, самый последний разряд показывал бы, сколько там девяток. Я для этих цифр даю разметку такую. Нули, единицы, двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки, восьмерки и девятки. Здесь я подписываю. Проверьте, пожалуйста, соседу покажите, чтобы нельзя. Здесь я подписываю. Самая левая цифра показывает, сколько в десятичной записи этого числа нулей. Следующее, сколько там единиц. Следующее, сколько двоек. При этом на этот раз вот эти вот 0, 1, 2, 9 не учитываем. В таблице они учитывались, а сейчас их не учитываем. Те, кто пишут выражение типа 9 в 0, 0, 0, 0, 0, к ним простой вопрос. Сколько в этом вашем числе девяток? Вообще-то одна, а у вас написано, что 0. Про каждую цифру надо проверить. Мне кажется, я решил. Покажите соседу. Решила? Она правда решила? Отлично. Почему двоек? Да. Одна двойка. Да. И одна шестерка. Да. Все увидели? Осталось переписать его себе в тетрадь. И всем всего хорошего и до следующего раза. Спасибо, спасибо.